Всем привет! Итак, сегодня мы с вами будем плести вот такую вот обычную фенечку из 6 ниток. Каждая нитка должна быть разного цвета. Возьмите нитки длиной 1 метр. Отступите от начала ниток 10 сантиметров и завяжите нетугой узелок, так как потом мы должны будем его расплести. Для начала работы требуется закрепить будущую фенечку на какой-нибудь поверхности, чтобы было удобнее плести. Если у вас все готово, начинаем плести. Берем первые две нитки. Остальные отбрасываем в сторону. И красной нитью делаем узел на розовый. Делаем вот такую вот петельку, а потом сзади просовываем в эту петельку красную нить. Затягиваем ее. Делаем второй узелок. Затягиваем. Отбрасываем розовую нить в сторону. Берем следующую нить по порядку. Завязываем на ней два узелка. Раз и два. Убираем эту нить в сторону. Завязываем на следующей нити два узелка. Раз и два. Берем следующую. Раз и два. Берем уже последнюю нитку. Делаем на ней два узелка. Теперь мы видим то, что красная нить находится справа. И первой нитью стала розовая. А теперь оплетаем самой левой нитью. Теперь она розовая. Оплетаем все последующие нити. Вот. Вот такая красота у нас получается.